Здравствуйте, это я. Сегодня произошла очередная поломка на карточке от MSI 560 Aero. Умер вентилятор. Крутится он отвратительно. И я смотрю, что хешрейт упал у одной фермы, начал посматривать. А карта перегревается до 80 градусов и роняет чистоту ядра, я так понимаю. Понесу ее в ремонт, она на гарантии. Проработала она с января 2018 года. В принципе, прошло полтора года практически. Ну, я думаю, с нее хватит, она уже окупилась. Если ее починят, хорошо. Но если откажут в гарантийном обслуживании, как сейчас любят отказывать майнерам, ну, придется, видимо, самому вынимать вентилятор и заменять ее на что-нибудь. Ну и сделал очередную покупку. Взял вот такую материнскую плату за 200 рублей. Человек, который ее продавал, говорит, что она не рабочая. Ну, скажем так, мне нужно отсюда крепление. На одной материнке у меня крепление полудохлое. И, может быть, вот этот радиатор я пущу в дело. А именно, хотел сделать из этого радиатора охлаждение для ВРМ. Вот этой карты злополучной 470. Ну, посмотрим, что получится. Конечно, для начала неплохо бы проверить, рабочая она или нет. Если она рабочая, зачем ее разбирать? Продавец, который продавал эту карту, говорит, что у нее полетел BIOS. И при включении видеокарты в PCI-слот изображения нет. Сейчас проверим, посмотрим, так ли это. Также прошу обратить внимание, я собираю донаты на профессиональную программу Polaris BIOS Editor 3-й версии. Обязательно на нее сделаю обзор, когда соберется необходимая сумма. Поэтому не оставайтесь в стороне. Всем, кто поможет собрать нужную сумму, а это $55, я помогу прошить видеокарты. Ну и посмотрим. На самом деле у этой программы такая производительность, которую обещает нам разработчик. Ссылка на донаты будет внизу в описании. Вот, подкинул материнку, вынул BIOS, батарейку BIOS, на всякий случай, лампочка горит. Подключил ее, поставил процессор, кулер не стал даже крепить, просто положу вот так вот радиатор, для проверки пойдет. И поставил одну планочку памяти. Думаю, для проверки более чем достаточно. Вот такая видеокарта у меня валяется. Это PowerColor 3850. Очень древняя карточка. Ну, кстати, она, в принципе, для игр типа Counter-Strike еще неплоха. Сейчас ее запустим и проверим. Так, ну вот вентилятор на видеокарте заработал. И на экране, как видите, картинка есть. То есть все. То есть материнская плата оказалась рабочей. Ну что, красота. Бывают вот такие чудеса. За 200 рублей купить рабочую материнку. Конечно, она не супер мощная. Понятно, что AM2 Plus сокет это уже древнючий. Но собрать, например, компьютер для школьника на этой материнской плате очень даже можно. И в принципе даже на нем играть можно, если процессор поставить помощнее какой-нибудь. С таким радиатором здесь заведутся даже феномы. Ну, надо посмотреть совместимость, конечно. Теоретически на этой материнской плате можно завести 4 видеокарты для майнинга. Тут 4 PCI-слота и 2 даже полноценных 16X. Поэтому, может быть, ее как вариант оставить для будущей какой-то там фирмы. Если, конечно, я запланирую расширяться. Ну, вот такие бывают интересные покупки на Авито иногда. Сегодня-завтра я сделаю видео по прошивке видеокарты 470, чтобы она выдавала максимальный хешрейт. Очень много комментариев. Ну, скажем так, появилось несколько новичков на канале, которые только-только начинают майнить, и им надо помочь. Постараюсь рассказать максимально понятно, как прошить видеокарту 470, чтобы она выдавала максимальный хешрейт. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока!